Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, зайдем с тобой в список и выберем, пожалуй, Шредера. Где он у нас находится? Вот он, мне нужно найти на него последние элементы. И это кружки, 14 штук. Так, одну нашли, это уже радует. Вторую, ну, давай 4 здесь найдем. Ага, третью. Четвертое. Слушай, а может быть мы сразу все найдем? Пятое. Очень даже неплохо идут. Шестая. Седьмая. Слушай, я, наверное, все найду сегодня. Восьмая. Так, и остается совсем немножко. Вот она. И девятая подоспела. Десятая. Еще две последние кружки, ребята. И мы прокачаем ему один из навыков. Ну-ка. Блин. Что-то я немножко попутал, ребят. Нужно было не 12, а 14 кружек. Так, тихо. Начинается сбой, да, какой-то? Все, ребята, кружка найдена. Ну что же, до 4 ступени мы прокачиваем с тобой последний удар. И смотрим, что тут дальше нужно. 4 кошечки, 5 очков. А, блин, вот шлемов этих 14 штук. Ладно, но это будем уже с тобой искать в следующей серии. Так, сегодня у нас, ребята, опять же новое испытание, да? Плюс аренку пойдем пройдем с тобой. Так, поднимите уровень персонажа. У нас с тобой сколько вообще мутагена? 17 тысяч. Слушай, ну этого мало. Я думаю, что даже заморачиваться пока не стоит. Может быть, после арены. Так, мы с тобой, блин, в Лиге Мастеров одна звезда, ранг 38. Ну вы что, совсем что ли там оборзели в корень? Я не пойму, а? Они меня постоянно сбрасывают. Все, Рикардо, ты попался. Хоть ты ни в чем не виноват, но под горячую руку ты под мою попался. Поэтому я буду тебя разбирать. Хочешь ты этого или нет? Мне нужно... Так, мы в прошлой серии с тобой дошли до мастера двух звезд, да? Да, до мастера двух звезд. Ну, наверное, здесь также сегодня попробуем сохранить. И испытание. Испытание что-то наподобие девичьей силы у нас сегодня будет. Потому что персонажи, которые нам нужны, будут именно оттуда. А это Алапекс и Шинигами. И, по-моему, Кунаичи. Или Кунаичи в другом у нас. Не имеет значения, все равно пойдем. Пойдем и попробуем пробиться. Потому что завтра у нас уже четверг. Слушай, как быстро время летит, а, ребята? Только вот была неделя, начало недели, и уже четверг на носу, ё-моё. Да. Так что, ребятушки, цените, цените время. Не тратьте его понапрасну. Потому что оно очень быстро улетает. Ой, даже как-то не знаю, ребята. Вроде был молодым пацаном, а скоро будешь уже дряхлым стариком. Ну так вот. Ну что же, сейчас будем с тобой наказывать. Давай, наверное, сделаем с тобой вертушечку, да? Не будем здесь ничего рисковать. Вертушку от Усаги, вертушку от Леонардо. Ну и, в принципе, этого будет более чем достаточно. К тому же ты видишь прекрасно, что тут происходит. Еще даже на старте мы уже знали, что их вынесем. Причем без каких-либо проблем. И главная сейчас цель у меня — это зайти в Лигу Мастеров две звезды. Обосноваться. И залетаем? Нет. Не залетаем, друзья мои. Блин, ну как же так-то? Чуть-чуть буквально не хватает нам. Ладно, давай что-нибудь придумаем. Так, Юлия. Похоже чем-то на мою двоюродную сестру. Так, ладно, вот как раз мы ее и возьмем. Так, Юлька, держись. А может быть, это она и есть? Похоже. Ну, вряд ли она играть будет в эту игру. Правда, если только дети ее. Ну зачем детям тогда ставить фотографию мамы, да? Где логика? Хотя почему бы нет, может быть, мама в Фейсбуке сидит. А дети не могут свой аккаунт придумать. Поэтому из-под ее аккаунта и сидят. Ладно, это уже, ребята, просто догадки, какие-то формальности. Мы с вами давай-ка дальше будем разбираться здесь. Усаги делает очередную нашу вертушку. Так, постепеночка, практически на всех, кроме Донателло. Но это не страшно, потому что Леонардо все-таки должен их... Да. Всех ушатывает. Значит, вот сейчас мы с тобой переходим в Лигу Мастеров две звезды. И я думаю, где-то местечко будет 87-е, 89-е.
Ну, я рассчитываю именно так. И 87-е. Ну, как я тебе и говорил. Кстати, у нас 62 жетона, но мы потратить их пока ни на что не сможем. У нас не хватает, там нужно 75, по-моему, по минималке. Но зато мы можем с тобой вот так вот сделаем. Друзья мои, я вот думаю, что на втором канале мне захотелось, ты не представляешь, поиграть в старые игры, такие как Wolfenstein, Dead Space. Dead Space я вообще, ребята, хочу пройти всю полностью трилогию. Я не знаю, как вы на это смотрите. Пишите мне в комментариях. И, кстати, хочу пройти первую часть «Одни из нас». Я уже даже одну серию, ребята, сделал. Надо будет только ее выложить. Пишите в комментах. Будет очень интересно узнать ваше мнение по поводу этого. Кстати, Wolfenstein я тоже, ребята, играл только-только самые-самые первые части. Это было давно и неправда. И вот я хочу начать с нового ордена. Ну и до Wolfenstein, где там он, где дочки его, короче, ищут. Правда, говорят, что это самая неудачная серия из трилогии. Но посмотрим. Как говорится, мне же снимать это все, да, друзья мои? А вам просто смотреть. И, кстати, в Castle Storm сегодня вышла, ребята, серия новая. Нежить, нежить очень сильно лютует, я тебе скажу. И вы увидите там старого знакомого, кстати, который все это начал. В первой части мы от него избавились, а он во второй части появился. И он, кстати, мстит очень сильно нам. Также у нас финальная серия по Марвелу. Это, опять же, все на втором канале, ребят. Так что заходите, смотрите. Так, ну что, пока идем очень-очень, я тебе скажу, успешно. И, может быть, даже сегодня зайдем в Лигу Мастеров в 3 звезды, если так все пойдет такими темпами. А может быть, даже и в топчик попадем. Хотя в топчик стремиться не стоит, все равно же скинут. Эти бусурманы скинут нас, как ни крути. Так, ну что, давай возьмем, наверное, Отмен. Какой-то там у него герб, да? Ты заметил? Ну-ка, у меня персонажи-то, ох, еще хватает. Ну вот здесь, кстати, есть офигенный риск. Я бы даже сказал, очень офигенный. Потому что 79-й, 78-й уровень противника. У меня всего лишь два персонажа соточки. Если сейчас Усаги наш, ну, все сделает как надо, как он обычно делает, то это будет топчик. Если же нет, наши головы полетят. И смотрим. В принципе, сделал красиво. Вот единственное, что Шреддеру он не повесил постепенный урон. Ну, я надеюсь, Леонардо сможет его вольнуть. Да. Но впредь уже больше так нельзя рисковать. Нам нужно будет брать с тобой Усаги, например, Леонардо и кого-то еще третьего. Третью имбовую, как говорится, фигуру. Ну, их у нас дофига, так что с этим, я думаю, никаких проблем у нас не будет. 39 место. Хорошо, идем. Так, дай-ка мне лучше 17-24. Будь добр, а? Смотри-ка, 17-23. Но ведь было же покруче. Что-то мне вот не хочет, да? Кто-то говорил опять же мне: Рэй, там есть кнопка обновить. Ребят, я уже запарился объяснять. Через эту кнопку, если я нажимаю обновить, у меня вылетает игра. Просто вылетает и все. Так что никакой обновить здесь не приветствуется. Так, ну что, у нас тут Ванька Джастин. Слушай, наверное, сюда надо будет взять еще одного. Давай возьмем с тобой Микеланджело. Мы знаем прекрасно, что у него очень большая инициатива, и он будет ходить сейчас первым. Так, и вот надо здесь подумать, кого. Так, я надеюсь, я правильно сделал, что начал бить именно Рафаэля. А если неправильно, то все, пеняй на себя. Донни, чтоб тебя. Но на нем висит постепенка, может быть, все-таки. Да, ребята, Леонардо красавчик. Я вот, честно говоря, немножко вот сомневаюсь, когда он начинает делать вертушку. Помните, когда Нутелла может от нее, как говорится, спокойненько выжить. А если он сделает массовую атаку, это сюриками будет бросать, то там мои хлопчики как минимум двоечка полежат. Так, ну что, ранг у нас 23-й, Лига Мастеров 2 звезды. Мы продолжаем с тобой нашу битву. О, Аурон.
Так, неплохо. Я считаю, что это самое то. Так, возьмем с тобой, наверное, сюда. Лучше я возьму Донни. И вот так вот. Донни Кульвони. Попробуем сейчас с тобой бомбануть. Если что, будет массовая атака, естественно, от Донателло. Так, давай. Усаги вжаривай по полной программе. Так, постепенный урон. Но это должен упасть, в принципе, да? И Пит тоже должен упасть. То есть можно было бы и не брать даже, да, сюда Донателло. Ну, фиг с ним, ребят. Это была чисто перестраховка. И смотрим, куда мы сейчас с тобой перемещаемся. Ну, что-то грузище долго-то. Показывай мне. Какое место? О, друзья мои, слушай, а может быть... Нет, не получится. Хотелось бы, но не получится. Я возьму, наверное, Нургуль. Такое прикольное имя, кстати. Нургуль. Мне нравится. Так, ну что, давай вот так, наверное, сделаем с тобой. 79 уровень противника. Не знаю, ребят, сегодня хотелось бы, конечно, мне поиграть немножко в Force Zombie и... Ареночку, я имею в виду. Растение против зомби-героя. Но время уже позднее, не знаю, ребят, получится, нет? Поиграть. Итак, вот уже ночь на дворе, приходится шепотом тут говорить, чтобы, дабы не разбудить соседей, не потревожить. Так, ну что же, как ты видишь, здесь у нас с тобой все отлично получилось. И мы с тобой залетаем. С криками Кия в следующий ранг. Все, ребята, Лига Мастеров 3 звезды, 89-я позиция. У нас с тобой 7 откатов. Буквально еще, наверное, пару боев успеем сделать. И пойдем на испытание. Так, давай, Лео, Усаги. Слушай, ну персонажи-то у нас тут еще, ё-моё. Если честно, тут не на один и не на два боя. На 3-4 как минимум. Ну а чё нам? Мы так и будем с собой делать. Будем тратить откаты тогда, фиг с ним. Ну давай, Усаги, Хана, пожалуйста, мне подбомби. Будь добр. Вот именно по нему, ать, вот видишь, чем опасен он. А представляешь, если бы здесь был бы какой-нибудь слабенький бы, его бы ушатали, поверь мне. Так, ну этого постепенно убьет, а вот этого добьем, пожалуй-ка, мы сами. Воу, фух. Господи, если бы у него не было бы двойного удара бы. А хотя он все равно никого бы не смог замочить, верно? Верно. Так что зря переживаем. Но все равно расслабляться не стоит. Так, мы с тобой переходим на 71 место. 5 откатов, это еще 2 полноценных у нас получается боя. И я возьму, наверное, конструкт. Конструктор, наверное, ё-моё. Ну ладно, конструктор. Давай, мы тебе разберем, а потом соберем. Так, Крис, подожди пока. Наверное, вот такой командой мы сходим. Хотя здесь, видишь, есть кролики. Также есть сплинтер. То есть в наших интересах с тобой как можно быстрее забомбить их. Особенно кроликов. Ну-ка, давай, Усаги. Сплинтер, да, делает контратаку, но не всегда. Хотя, мне кажется, если его прокачать нормально, он будет как Рафаэль контрить. Слушай, очень много здоровья тут осталось у противников. Ну-ка, Лео. Отлично, как всегда, красавчик. Как всегда, вынес. А я думал, что вдруг промахнется. Ну что ж, тогда двигаемся с тобой дальше. У нас еще... Два боя. Да? Два? Нет, один. Один, друзья мои, бой, потому что у нас не хватает откатов. Не хватает откатов, к сожалению. А хотелось бы. Так, здесь я возьму... Кого взять-то? Давай тебе, наверное, возьмем. Джоан Андерс. Да. Будем драться именно с ним. Хотя подожди секунду, если мы сделаем с тобой немножко похитрее. Я возьму здесь Криса, здесь также я возьму Армагона и... Так, стоп, а для следующего боя? Раз, два, три. Не хватает, придется, значит, вот так вот, ребята, делать. Ох, риск, офигеть, какой риск у нас с тобой. То есть ты понял, да, что я сделал?
Я взял двух слабачков. Именно сюда, именно вот в этот бой. То есть это как бы решающий будет. Так, Усаги машет. Блин. Бакстер Стокман меня сейчас напрягает очень сильно, поверь мне. И я... Так, подожди. Правильно. Крис Брэдфорд его пробивает все-таки. Фух, друзья мои, ну что я тебе скажу. Очень даже неплохо. У нас еще один последний бой с тобой на арене. И потом уже идем на испытание. Так что давай смотреть. Какое место у нас здесь будет? 35-е. 35-е место, это хорошо. Так, здесь мы выберем с тобой. Ну давай вот его возьмем. Надеюсь, я не прогадал. Надеюсь. Так, секунду. Вот теперь я думаю, Лео взять мне все-таки. Или же... Давай, наверное, Лео. Знаешь почему? Потому что сейчас, если смотри, у нас получается, Зэк должен сходить первым. Зэк должен сделать замедление. Ну, по крайней мере, попытаться повесить, да? Потом сходит Лео. Должно быть, по идее, так. Да, после Лео, по-моему, будет ходить Армагон. И если Армагон сейчас не добьет, то это будет трындец. Ух, Армагон всех добил. Ну что же, ребята, с Аринушкой мы на сегодня закругляемся и бежим с тобой на испытание. Испытание у нас, я тебе уже говорил, что-то наподобие девичьей силы. А здесь у нас место какое будет? 17-е. Отлично, 17-е место. Так, ну что, испытание, да? Городская война, тени на солнце. У нас начнется отчет вот именно с Кунаичи, Лапекс, Шинигами и Сплинтер нам не нужен. Но у нас здесь будут слабые персонажи, ребята. Слабые. То есть 80-й и Шархан у нас 70-го уровня. Значит, мы с тобой далеко здесь, естественно, не уйдем. Ставлю я, друзья мои, пока на автобой. И пускай они тут веселятся. Тут еще, видишь, какая, ребят, дилемма. Вы заметили, что на моем вот этом основном канале, да, видосики стали выходить реже. Потому что, как бы, начал все-таки заниматься уже плотненько своим вторым каналом, да. Выкладывать туда побольше видосиков. Видосики там, ну если здесь у нас идут, ну по полчаса максимум, то там, начиная от часа. И это при всем при том, что ты его снимаешь, потом еще его подготавливаешь, выкладываешь. Очень много времени на это уходит, ребята, поэтому как бы вот так вот получается. А насчет... И еще, кстати, ребята, не забывайте, что работа. Сейчас еще некоторые трудности будут с переездом, скорее всего, где-то может быть... С месяц, может быть, даже с другой не будет выходить вообще видосиков, потому что я буду переезжать. Ну, там будет видно, я сообщу вам ближе, как говорится, к этим действиям, когда они будут происходить. Ненавижу все это, конечно, дело. Сборы, переезды вот идет. Ну, никуда не денешься. Так, ну что, тут у нас все отлично идет, ребята, три волны. Мы уже на третьей с тобой, как ты видишь, разбираем всех. Ну, тут 20 уровень, потому что это второй бой. Сейчас мы переходим. Это у нас была битва за Карайку, насколько я понял, да? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. А, нет, за Донателло. За Карайку был первый бой. Теперь, значит, за Мраземную кошку, потом уже будет за Микеланджело. И вот после Микеланджело уже начинается идти те персонажи, ради которых мы сюда, в принципе, идем. Фармить. Я вот не знаю, фармить мы, наверное, будем с тобой все-таки лучше оригиналов. Согласись. Здесь нам с тобой, ну, вообще никто не нужен. Вот именно вот в данный момент. Ради, например, одной шинигамки, да, или ради одного лапекса тратить откаты, ну, это нецелесообразно. Если у тебя есть, например, в пачке, ну, скажем так, три персонажа, которые тебе нужны, тогда туда стоит вкладываться. Или вкладываться там, где я пробовал фармить Крэнга, да? Там есть Крэнг, там был Шреддер. Там можно было вкладываться. Хотя, на самом деле, лучше в другом испытании пойти. И там можно было бы тоже вложиться
И помимо Шреддера с Крэнгом, там еще были другие черепашки, которых у нас не было. Так, ну что, давай попробуем быстренько с тобой разобраться с Микеланджело и уже в конце идти на Эйприл Кунэйчи. Так, тут уровень уже идет 40-й. Буквально еще 3 боя, и это будет наш предел. 3 боя, давай посчитаем. Там у нас, это у нас за Микеланджело. Следующий будет Кунаичи, потом Алапекс и Шинигами. Скорее всего, да. А Сплинтер нам, в принципе, и даром не нужен, потому что он у нас переведен уже в платиновый ранг. Так что все отлично, ребята. Так, ну что у нас тут? Донни получает, Майки выживает пока еще. Стрелозад падает. Кстати, вот тигр хорош. Надо как-то его хотя бы до 80 уровня прокачать. Хотя у меня вот, если честно, по событиям идет Змейка Вьюн, по-моему, Железноголовый. Это которые часто попадаются в заданиях. Кто там у нас еще? Бакстер Стокман, кстати, идет в одном из испытаний. Вот их нужно прокачивать. Это, так сказать, основа. Так, ну что, уровень уже 50-й. Крис Брэдфорд зачем-то сделал свой супер проникающий удар для крысы, который мог бы спокойненько завалить в рукопашку. Зачем он это делает, ума не приложу. Так, нормуль. А если бы выжил, получил бы заморозку. А здесь оно называется оглушением. Так, падают. Вот зачем он сейчас бы взял провокацию? Вот я вот этого не пойму. Очень много глупых таких вот ходов. Взял провокацию. Зачем? Он один там остался. Предположим, есть только здесь, но 55 уровень. Хотя, в принципе, он выживет. Нанести повреждения вряд ли ему смогут. Так, добили. И Леонардо. Опа, понял, что он сделал. Вот так вот, хотел проникающим меня наказать, но у него не получилось. Так, а мы с тобой идем дальше. Это у нас была битва за Кунэйчи. Окей. А дальше идет Карайка и Шинигами. В принципе, вот на Карайке, нет, точнее, на Шинигами можно будет уже и закругляться. Но там как раз будет 70 уровень. То есть, грубо говоря, наш предел. Пока я ставлю ребят на автобой. Смотрим, что здесь будет происходить. Ага, упал. Валяется. Готов. Тут также 4 волны. Стрелозад плюс 3 дрона. О, молодец, Бакстер. Молодец, вот здесь вот я тебя одобряю. Правильно сделал. Так, тут у нас что? Смерть с небес. Хорошо, массовая. Замечательно. Так, естественно, мы этих добиваем и переходим с тобой на последнюю волну, где нас поджидает, ага, Кейси. Так, Розар берет провокацию. В принципе, правильно. Таунт должен работать. Так, понизили защиту. Ага, она сделала себе двойную атаку. Это пассивка, видимо, сработала. Ладно, ничего страшного. Все, поплатилось. Так, дальше. А, Рафаэль берет, ребят, провокацию на себя. Давай посмотрим, насколько он силен. Ага, контратака у него есть. Слушай, вот это опасно. Ребят, я выключаю автобой. Делаем проникающий. Отлично. Так, бросаем когти. Постепенно урон еще и ракетой, наверное, добиваем его. Все. Ну что же, остается у нас с тобой последний бой, где нам нужен персонаж. Это Шинигами. Как только Шинигами получаем, можно закругляться. Потому что, ну, Сплинтера, ну, мне не нужен, ребят. Ну, серьезно говорю. Зачем он мне? Так, подожди, что-то не то делаю. Так, ну что, команда в сборе. Единственное, что я, наверное, уберу все-таки здесь нашего тигриного когтя. Потому что его 100% здесь могут забомбить. И у нас с тобой здесь будет 5 волн. Опять же повторю, ни одного медика здесь нету. Чисто импровизация. Поехали. Раз. Обожаю, когда замедление срабатывает на всех. Это просто, знаешь, как, ну, благодать, ребят. Че он там повесит? Контратаку? Ах ты, я хотел сказать, а пригодится ли она ему? Пригодилась. Так, швартнули.
Шварнули. Так, двигаемся с тобой дальше. Ага. Вот такие вот красавчики здесь стоят. Давай волну выпустим с тобой. Зашибись, и ни на кого не повесили постепенный урон. Жестко. Так, этот что там делает, я не пойму. Он себе повысил атаку. Ну и на нас что-то сработало, верно? Так, давай-ка мы, наверное, просто бомбанем. Вызовем с тобой маузеров. Прекрасно. Так, минус. И минус. Переходим на предпоследнюю волну. Здесь у нас Майки. Вот его надо в первую очередь, ребята, гасить. Не вышло. Иначе он будет делать здесь уклонение. Так, морозильную кошку надо теперь как-то наказать. Не получится, скорее всего, да? Да. Или получится, получится, ребят. Проникающим сейчас сделаем. Все отлично. Продолжаем, так сказать, разговор. Ну, что он делает? Что он? Гаденыш все-таки стрельнул, да, со своей сраки. Этому мы понизили защиту, добили. И остается Леонардо один. У него два варианта: либо хиляться, либо делать вертушку. Но он что-то не то не делает. Тогда придется ему просто отдуплиться, верно? Верно. Так, что он делает? Ох ты. Ну, он больно-больно причиняет нам, ребята. Но все-таки мы его вырубили. Так. Стоян, да? Рокзар, давай, бери. Подожди-ка, я не помню, у нас... А кого? У нас кого-то с тобой завалили? Погоди, а кого? Кто у нас тут был-то? Я уже забыл. Обалдеть. Как это так? Я даже, ребята, не увидел, если честно. Кто же тут у нас был? Так, мы сейчас с тобой обязательно увидим. Трындец, конечно, я тебе скажу. Так, по-моему, Рокзар, наверное, постепенно не убил его. Кто у нас тут был? Что-то я запамятовал. Сейчас посмотрим, ребят, кого мы с вами потеряли здесь. Что за боец? Что это за фокусы такие, а? А, господи, мы же с тобой никого не брали. Тьфу ты, там же у нас был Шархан пятым. Офигеть, как меня накрывает, а? Да, ребята. Как говорится, переживал за то, чего не было. Мы же с тобой Шархана выложили, а он был пятым бойцом у нас. Все. И я, бац, что-то увидел и не могу никак понять. Я вроде бы знаю, что никто не падал. И в то же время бойца нету. Да, вот этот приход. Ну что, дорогие друзья. Так, погоди секунду, что у нас здесь? А, мы же поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? Покажите мне, пожалуйста. 33 тысячи. Ну, вы поняли, да, что я буду делать? Правильно. 95 уровень у нашего Рафаэля. Это классно. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!